Здрасте, блядь. Я вам доказывал, что люди зловещие суки, блядь. Я вам сейчас докажу, блядь. Вот сейчас докажу. Здорово. Дашь пятишку? Зачем? Ну, просто. Иди дальше. Ну, пятишку. Не хочу. Да просто пятишку. Иди, говорю. Так ты ж ничего не теряешь. Говорю, пятишка, иди дальше. Хорошо. Да. Спасибо. Пятишку дашь? Нет, да. Пацаны, дадите пятишку. Пятишку просто дадите. Нет, мужик пиздует. Мужик, дашь пятишку? Он подружание деньги меняет. Сейчас спрошу, даст пятишку или нет. Слушай, дашь пятишку? Ну просто пятишку вот и все. Молодой человек, отойдите, пожалуйста. Да просто пятишку нет. Дай. А чё? Ну потому что. А что отдайте не так? Отойдите, не снимайте меня, пожалуйста. А почему? Отойдите. А что не так? Ну все не так. А что с тобой не так? Со мной как раз то, что нужно. Все нормально? Да, отойдите, пожалуйста. Ну я просто хочу пять. Да мне мешаете, не надо меня снимать. А в чем твоя проблема? Девушка, вы можете мне? Вызовите охрану, пожалуйста, блядь. Дай пятишку, да и все. Ну вот, и все просто. Я иду по улице, сейчас встречу ребят. Слышь, дай пятишку. Здорово. Дай пятишку, пожалуйста. Нормалек, чувак, блин. Дай пятишку. Ого. Нормалек. Дай пятишку. Ну, блин, нормальные люди же, блин, попадаются. Тебя как зовут? Чел, дай пятишку. Ну, а чё ты так? Здрасте. Дайте пятишку. А что, с утра? Мощность. Ну, конечно, надо всегда веселье. Всегда нужно веселье. А ну, пацаны, давайте пятишку. Здорово. Пятишку. Чё? А чё не? Ну, у вас же всё хорошо. Здрасте, дайте пятишку. Здорово, малый, дай пятишку. Ну, нормально ж, правильно? Все ништяк. Привет, дай пятишку. Что? Ну, пятишку просто. Нет. Типа, дай пять. Чё? Не, не хочешь? Пятишку дашь? Не дашь просто. Просто пять и все. Нет? Я не играю. Не играешь? А ты вообще ни во что не играешь? Вообще. А у тебя игральные инстинкты отсутствуют? А как так? Ну, ты игры любишь вообще? Ну там, например, ты же все равно в телефоне играешь какие-то там арбузики, все дела. А когда с шефом общаешься, все равно идет какая-то игра, правильно? Или нет? Игра. Просто дай пятишку, да и все. Ну ладно. Дадите просто пятишку, да и все. Вот и все. Ну, ничего ж сложного нету, правильно? Удачи вам. Привет. Дай пятишку. Спасибо. Здрасте. Дадите пятишку? Не. Блин.
Здрасте. Дайте пятишку просто. Ну, вот, типа, пять. Можете дать? Здрасте. Дайте пять. Ну, просто пять. Дайте. А почему нет? А что вы теряете от этого? Ну, я хочу поздороваться. Это как... Добрый вечер. Давайте пятишку, да так, и... А почему? Я клиент. Ну то клиент, уведи себя клиент. Дайте пятишку. Пятишку. Знаете, что такое пятишка? Я с тобой не хочу общаться. А почему? Ну не хочу. А что такое? А что вас смущает? Ты что, меня снимаешь на камеру? Ну как бы журналист. Ты? Да. Молодец. Доброе утро. Доброе утро. Так, что вы? Дайте мне водички. И малёшку. И ты фотографируешь. Ладно. Ну пятишку, да? А, вот так же ж, блядь, проще. Здрасте, дайте пятишку. Привет. Пятишку. Опа. А. Круто как. Здорово, дайте пятишку. О, а чё так? Пятишку. Ништяк. Здрасте, дайте пятишку. Почему нет? Доброе утро, дайте пятишку. Ну пятишку. Ну просто вот так, дайте пять. И что будет? А чудо случится. О чем вы мечтаете вообще? Ну, здоровье. О здоровье. Давайте пятишку и будет здоровье. Здоровье. Я отвечаю. Честно. Вот давайте пяти. А вдруг? Вы ж ничего не теряете. Просто пятишку. Опа. А что вы потеряете? Я не случаю. Не сделаю никакое зло. Одно из двух. Либо я делаю, либо не делаю. Если я делаю, я могу прямо сейчас вам что-то сделать. Прямо сейчас могу. А если пятишку, то это будет по-любому добро. Вот просто пятишку и все. Вот без пятишки будет добро, все нормально будет. Слышь, дай пятишку. Что? У-у. Что такое у-у? Знаешь, не отстану. Просто дай пятишку, дай все. Да просто дай пять, дай все. Что?